Создание условий для привлечения частных инвестиций на Северный Кавказ, развитие экономического сектора, а также меры господдержки бизнес-сообщества. Именно эти вопросы и стали главной темой обсуждения участников форума. Так, в ходе беседы было отмечено, что на сегодняшний день перед представителями федеральных и региональных органов власти, институтами развития, финансовыми структурами, а также предпринимателями стоит одна задача – дальнейшее развитие инвестиционной привлекательности с КФО, которое будет возможно только при тесном взаимодействии. Нам нужно будущее, нам нужно социально-экономическое развитие. И, безусловно, вот это социально-экономическое развитие, оно будет тогда, когда будут дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики. И наше министерство, Министерство по делам Северного Кавказа, занимается этим вопросом. У нас есть государственная программа оказания содействия социально-экономическому развитию СКФО. И те проекты, которые охвачены этим большим инвестпроектом, это наше, вот мы смотрим, как это будет развиваться, мы это контролируем, потому что когда это начнет приносить прибыль, когда пойдут деньги, выплаты, налоговые выплаты, да, когда будет больше рабочих мест, вот это и есть результат. В ходе обсуждения было озвучено, что такие бизнес-сессии как раз и способствуют налаживанию тесных контактов. Ведь данный форум – это настоящая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов, которые возникают между бизнесом и властью. Уверен, что задачи форума, которые поставлены, и то экспертное сообщество, которое здесь в зале находится, которое делится своими мнениями, проводятся мастер-классы, в любом случае уверен, что поможет это действовать для того, чтобы инвестиции каким-то маленьким ручейком потекли на наш Кавказ. Об основных направлениях развития инвестиционного климата в своем регионе рассказали и руководители субъектов СКФО. Так, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что на сегодняшний день потенциал для экономического развития есть в каждом регионе Северного Кавказа. Тому свидетельство – эффективность уже реализованных проектов. Если говорить о Карачаево-Черкесии, я не буду сейчас в каких-то проектах углубляться. Я всегда говорил, что три кита таких основных – это промышленное производство, сельское хозяйство и туризм. Это вот те три основных направления, на которых мы сегодня ведем свою инвестиционную деятельность. И это как раз те направления, которые за собой еще ведут развитие малого и среднего бизнеса. В ходе форума было отмечено, что на сегодняшний день каждый регион СКФО готов к сотрудничеству с новыми инвесторами. Я думаю, что такие форумы, встречи, совещания даст свои плоды в ближайшем будущем. Там тоже поменяется отношение. А мы сами готовы на все 100% во всех направлениях развиваться. Стоит отметить, что благодаря данному форуму, который проходит уже в третий раз, было отобрано 15 инвестиционных проектов, которые получили финансовую поддержку в рамках госпрограммы развития Северокавказского федерального округа на период до 2025 года. Дарья Назарова, Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архыз 24.